Добрый день, уважаемые белорусы! Сегодня у нас очередной монтаж. Монтаж печи камина дача. Модель первая. Производитель Fireway. Вот она здесь в таком месте чудно встала. Дымоход прямой. Высота потолков, ну, почти здесь 3 метра. Второго этажа нет, но может быть что-то будет. В общем, общая высота дымохода практически там 6,5 где-то метров. Вот, потолки черновые пока. Будет подвесной потолок. Мы оставили специальный зазор. Вот, для того, чтобы подошли и установили натяжные потолки. Вот, печку еще не растапливали. Ждем хозяев. Будем учить, как это делать, как регулировать. Произошла первая растопка печи. Камина, где-то минут 10-15 прошло, наверное, сгорела там первая закладочка, вторую положили. Ну, сейчас попробуем посмотреть, как она у нас регулируется. То есть у нас колосниковая регулировка полностью закрыта, там уже угли после первой закладки образовались. Вот, мы сейчас уберем, закроем систему чистое стекло. Уже огонь меняется. Сейчас еще здесь одна регулировка. Закроем ее. Тут широко. Вот тоже поменялось. И сейчас шиберная заслонка. Ну, на 45. Ну, шикарно. Сейчас хватится вот эти вторые закладочные дрова. Будет еще точнее. Открываем. Также открываем. И этого. Еще немножко видео по дымоходу, как он вышел. Вот от конька у нас где-то 1,70 м. Ну, уровень с коньком подняли. Флешмастер закрепили, еще ленту наверх. То есть, ну, здесь все надежно.